Ну и последние подведены итоги традиционного фестиваля КВН среди работающей молодежи Ноябрьска. Участие в нем приняли 6 команд. В программе 2 конкурса – фристайл и разминка. По итогам фристайла команда «Сочиняя мечты» «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» и ее постоянный соперник «Сборная Ноябрьска» набрали одинаковое количество баллов. Исход игры решила разминка, в которой победила более опытная команда. В итоге сборная «Ноябрьска» на первом месте, «Сочиняя мечты» на втором.